И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Panzer. Мы все так же продолжаем играть с Адзака, и на этот раз будет PvP. Записывали бой, такой прикольный был бой, но у меня почему-то из-за какого-то перепуга во время записи лагало на карте сокровищница Крома. Я не понимаю, из-за чего. Ну, что поделать. Пришлось вырубить. Там просто был какой-то ад. Мы всирали по-жесткому. Потом кое-как получилось вырвать победу. Не знаю, благодаря тому, что я стоял на точке, как дебил опять, огребался и все в таком духе. Или же из-за того, что все-таки команда собралась с духом и начали тащить. В общем, повезло, затащили. Как говорится, хорошо, что все хорошо. Но 500 на 500, и мы выиграли, было здорово. Ну, а сейчас вот, пожалуйста, деревня в джунглях. Посмотрим, что будет дальше. Серия, наверное, будет короткая, раз деревня в джунглях все-таки. Вот, ну, все-таки карта сама по себе короткая. Вот, качество графика, конечно, у меня стоит все так же, назовем так ее четвертая. Пятая это максималка, у меня стоит четвертая. О, мы здесь. Типа такого. Вот. Вот, и, собственно, что же. А, о чем я вообще говорил-то, блин, я уже забыл. Ладно, в общем... С вместо вишни помидор, чей? Вместо вишни помидор, чей? Подам шапка. Че? Ох, ладно. В общем, погнали потихонечку. Потихонечку погнали. Твою мать. Так, нормально. А, точно, у меня аж на shift. Я ж перекинул на shift все-таки. Да, я все-таки перекинул на shift. А, черт, это у меня был. Блок у меня был. Я подумал, а какого фига я постоянно опять на shift жму. И я отпустил блок. Блин. Ладно. Понеслась. Да ладно, в упор подошла. У них что, две фрезы? У них две фрезы. Отлично. Я думал, одна. Ладно. Подходим потихонечку. Ну вот это уже дерьмово. Просто вот так в наглую подбегает сразу же, и наши ничего не делают в этот момент. Ну мог бы толкнуть, ударить, пнуть. Да на крюк паверку бы всучил бы, и то было бы хорошо. Но нет. Подовыхан. И, ну вот. Вот что-то. У нас еще два хила, офигеть. А что-то мы не можем зайти на точку в итоге. Кого-то у нас ни одного, у них тоже два. Отлично. Не, у них берс хороший. Тут сразу видно. Офигеть! Я накопил на участие. Ого-го! Я тащу! Даш. Чувствую, бой будет короткий, но, как вариант, придется записать еще одну. Сосок явно... ему что-то, походу, сильно по голове ударили. Он это... Чутка того. Умом тронулся. Пишет, что слабаки. Да, ну ладно. Бывает у человека такое, что ж поделать. Отлично, он просто влетает и сразу же бьет. Он бьет всех. Отлично, меня вот разбили. Он бьет всех, кто малодамажный. Вот почему он так хорошо. То есть его союзники побьют немного, и он, соответственно, добивает. Понятно.
Тактика, ну, кстати, неплохо, да, тактика на набивание киллов срабатывает. Только он своим же косячит тем, что забирает киллы. Ну да ладно. Посмотрим. Отлично. Не сбили меня, я даже не успел заюзать его. Отлично. Инстант. Не, тут просто, мы даже на точку нормально зайти не можем. И сейчас они просто тупо отошли, чтобы, типа, бой хоть как-то продолжился. Другого варианта я даже не вижу. Точнее, другого объяснения я этому говно не вижу из-за того, что мы зашли на точку. Вау! Я ж только хотел тебя откинуть, но не получилось. Прикиньте, если мы сейчас выиграем, да? Это будет настолько эпик смешно, что просто слов нету. Не, конечно, шансов на это никакущие, но шанс есть всегда, что на противника просто упадет метеорит, и мы тем самым выиграем, да? Вот такие вот дела. Снегурочка, я спашу тебя. Офигеть, мы играем без гномов, да? Вообще без гномов. Это даже смешно. Прикиньте. Вот это я тут что-то даже наделал. Постоим немного, порегеним стамину. Даже смешно. Блин, не дотянулся. Идите отсюда. Воу, да, 5000, просто всучил ему 5000. О, да. Еще 2800, это было здорово. Не, это что творится-то? Я понимаю, что музычка такая прикольная, и под такую музычку обычно какой-то прикол происходит, но, блин, ну не настолько же. Fucking shit! Затупил! Не я один. В том плане, что не я же один тут танк. Снегурочку завалили. Сволочи! Не будет теперь Нового года. Скоты, но ничего. Снегурочка еще риснется и покажет всем. Какого фига? Твою мать, инстант! О, господи, еще и Берск дынище конченое, он что-то истерит. Хилы вывозит как могут. Оу, Fuck off. Ну да.
Кача! Кача! Я даже что-то могу. Выдохнули. Выдохнули. Ой, shit the fuck, я на Т нажал. Да твою мать, опять на Т нажал. Вместо R. Прикиньте! В минус 8 было. Минус 8 на 400. И просто вырываем победу. Я тогда был на втором месте. Сейчас на последнем. О, да. Вот это было здорово. Вот это реально был офигенский бой. Ну ты не поспоришь. Вырвали победу, так вырвали. Просто зубами вырвали. А все вот нужно было зайти на точку и собраться с мыслями и силами. Фух. Здорово. Здорово, здорово, здорово. Ну, а я на этом буду уже с вами прощаться, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно, делиться моими видео с своими друзьями, ведь вдруг им эта игра так же понравится, как и мне, и как и вам. Всем на этом все, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра, всем пока!